Всем здорово, парни, и сегодня у нас обзор на Lamborghini Huracan. Begging for your life, cause that's a lost cause. High stakes, body armor, suicide, boy. It's the time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time. Lamborghini Huracan. Цена салона 30 миллионов рублей. Цена СБУ 24 миллиона рублей. Максимальная скорость без чипа 215 км в час. Максимальная скорость с чипом 457 км в час. За предоставленный автомобиль хочу сказать спасибо игроку Хам. Что по внешнему виду? Внешний вид — это одна Lamborghini, которая мне она нравится. Ни Aventador, ни Gallardo, никакая, короче, не нравится. Что по оптике? Ну, передние фары очень нравятся. Такие интересные. Линии желтые с белым. И линзованные фары именно. Сзади тоже красивые фары. Как всегда, все для Lamborghini. Очень красивые. Что по колесам? В данном случае тут стоят стандартные ламборгинивские колеса. Стандартная их резина. Сзади шире, и спереди тоже шире. Почему? И они одинаковые. Почему одинаковые? Потому что это полный привод. Вот задний, вот передний. Полный привод и, короче, ну так. Чё по тормозам? Да, давайте, короче, разгонимся. Вот. Ну, давайте еще раз. Да, такие себе тормоза. Например, вот. Гоним. Да, плохие. Где-то 5-6, даже... Ну, гелики, мне кажется, немножко получше были тормоза. Чё по детализации? Детализация, чё, нормально. Прорисовали красиво фары, поворотники. Вот даже надпись эту. LP610. 4. LP означает кузов. Ну, чё по салону? Чё, нормально? Нормально? Нормальный салон. Только то, что это Lamborghini, она низкая по соли. И ещё сидим низко, и... За руля ничего, конечно, не видно. Вот это одно, что плохо. Зеркала. Нормально видно зеркала. Стеклоподъемники. Зеркало. Сказать, это еще по управляемости. Но не поворотливая. Конечно, это влияет еще и полный привод, что она не поворачивает. Вот смотрите, вот. Видите? Врезается. Что-то неповоротливое. Где-то так, как гелик едет. Даже у меня Мерс лучше поворачивает. Серьезно. По расходу. Расход такой не маленький, потому что это Lamborghini, полный привод. Что у нас там стоит? V8, кажется, да? Давайте багажник откроем, посмотрим. Не, V10. V10 стоит. Значит, это много. Да, хотелось бы заметить то, что это Lamborghini в синем цвете. И, если честно, синий ее вообще не идет. Лучше перекрасить его в желтый там какой-нибудь, беленький, черненький. Вообще без понятия. Но вот голубой не очень. Но это, конечно, пришло время долгожданного разгона от 0 до максималки. Но это... Напоминаю, максималка этого автомобиля 457 км в час. Где-то на экране вы увидите таймер, на котором будет показано, за сколько он приедет от 0 до максималки. Раз. Первый заезд без нитро. Раз. Два. Три. Было уже давно. Я скажу, где-то секунд 5-6. Где-то так.
Ну что, нормально. Теперь давайте от нуля до максималки с нитро. На счет. Раз, два, три. Этот раз уже быстрее намного. Значит, вывод в том, что надо стартовать. Мне нравится то, что почему-то не значок Lamborghini, а какой-то мид просто. А сзади написано Lamborghini. Вот это что-то косяк, серьезно. Ладно, конечно, я знаю, что можно поправить чипом все дела, но от 0 до максималки за такое время, за 5-6 секунд, это очень много без нитро. Так что администрация, можете поправить немножко ускорение. Здравия получился. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи и всем пока.